ипотеки собственность супругов, она несколько ограничена интересами банка. И в таком случае, если необходимо поделить эту квартиру, то нужно спрашивать согласие банка. Как банк это видит? Также существуют другие способы урегулирования. Например, квартира остается за одним из супругов, он продолжает гасить ипотеку, а второй супруг получает компенсацию за то, что отказывается от квартиры в пользу первого. Есть и еще один инструмент. Можно переуступить право на эту ипотечную квартиру, то есть, как бы, так скажем, продать ее третьему лицу, чтобы эти деньги поделить между супругами и, может быть, закрыть долг перед банком. Но опять же, нужно понимать, что это возможно с согласия банка, потому что банк является залогодержателем, держателем ипотеки. Но в целом практика такова, что банк соглашается на такую уступку, на смену, то есть на цессию по ипотеке, когда заменяется плательщик ипотеки, встает на место прежнего должника, прежнего одного из супругов, либо двоих супругов, какой-то новый владелец. Гражданское законодательство нам говорит о том, что члены семьи имеют право пользоваться имуществом в полном объеме, в своих интересах. Надо понимать, что бывший супруг – это уже не член семьи. Поэтому, если случилось так, что супруги разведены и имущество осталось за вторым супругом, он, безусловно, может обратиться, во-первых, потребовать выселения. И если в добровольном порядке второй супруг отказывается выселяться, он может обратиться в суд, потребовав в суде признать утратившим второго супруга право пользования этой квартирой, снять его с регистрационного учета и принудительно выселить. Соответственно, суд примет решение, если действительно у прежнего супруга уже никаких прав, в том числе имущественных, на эту квартиру не остается, суд принимает решение и человека просто выселяют.